Доброе утро, мы продолжаем. На днях в Казани открыл свои двери цирк. После масштабной реконструкции городская достопримечательность «Летающая тарелка» вновь принимает зрителей и артистов. Дизайн и интерьеры обновленного цирка оценили и гости нашей программы. Артисты оригинального жанра Вас и Стас. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Но вы не впервые в Казани, да? Мы и сами здесь. Мы в пятый раз, но как в первый раз. Вас и Стас как в первый раз. Да, а как вам обновленный цирк? Замечательно. Он такой, он и был замечательным. И для артиста всегда был теплым, но теперь он совсем новенький, вкусненький, такой приятненький, такой все чистенький, настоящий красавец инопланетный. Несмотря на то, что ему 50 лет, он совершенно на эти годы свои не выглядит. И вот несмотря на то, что... Мы со своим гримером я хожу, со своей вообще тенью. Несмотря на то, что весна у нас явно потеряла навигатор, то в цирке уже солнечно, тепло, фиеста у нас программа, у нас поселились лошадки, обезьянки, пони, гуси. Да. У нас даже петушок свой живет и по утрам поет. Правда? Будет всех? Да, обезьянки. У нас вообще полный набор, конечно, сейчас в новом цирке, который зажег свои огни. Но вот такой у меня к вам классический вопрос. В дизайне цирка использовано изображение, да, нашего клоуна, использовано изображение клоуна. И вот его традиционные наряды вас радуют, что именно вот все так ромбиками, все так вот красиво, все по классике. Конечно, это же Арлекин. Арлекин – это комедия дель арте, это так все связь, скажем так, искусств. Мы все еще, я надеюсь, цирковое искусство у нас находится все-таки в разряде искусства. Конечно, Арлекин – это наше близкое, это наша душа. Мы все себя называем Арлекинами, Сковородками. Классика в сочетании модерна такого, ну, то есть инопланетного корабля. И плюс сама по себе классика циркового жанра, да? Ну, вот так, видно, что Вася закончил три курса. Ну, мы уже понимаем, что вы главные люди в программе, да? Нет, мы все там артисты. У нас главный – это инспектор манежа. Это тот, кто вот дает отмашку работать, и мы будем. Будем или нет? Кто-то вот приходит и говорит, что за бардак? Да, у нас как и у нас так... режиссер. Совершенно да, верно. Ну, а что будет в вашей программе? Расскажите, пожалуйста. Как я уже сказал, у нас нам поселились, вот в новом у нас будут замечательные, очень красивые лошадки, у нас медведи, у нас гуси. Кстати, гуси. Га-га-га. Умнейшие животные, явно умнее некоторых людей. У нас собаки, пони, обезьяны. У нас, конечно, у нас все... Прекрасные животные клоуны. Да, животные клоуны. Добрые, ручные. Все в программе у нас призеры международных фестивалей. То есть программа, конечно, не слабая, вам скажу. На вечерних представлениях, именно в которых в 5.30 у нас начинается. У нас есть селфи-пати. У нас есть сюрприз. Это сюрприз такой. Да, имейте в виду, что именно на вечерних представлениях у нас как бы вот есть такой сюрприз. По техническим возможностям мы не можем его делать на первом представлении, которое начинается в 2 часа дня. Но вот на вечернем мы делаем его, так что обязательно приходите. Так, обязательно приходите, дорогие телезрители, и вас ждет масса сюрпризов. И вот мне интересно, интерактивы у вас со зрителем какие-то проходят? Ну, конечно, они могут нас потрогать. Мы можем их потрогать. Ничего себе, это очень хороший интерактив. Потому что у нас так говорят, что татары пока не потрогают, не поверят. Вот. Я в вашем полном распоряжении. Трогайте меня. Мы знали. Мы вообще любим все казанское. Не зря мы здесь первый раз. Ну, кроме, наверное, Казанского вокзала в Москве. Так мы все казанское. Связь, конечно, небольшая, но все. Вот, да. Пичпочмаки, да. В три угла. Хотя у нас нет углов в цирке, мы в три угла. Пичпочмак для нас родное. Родное очень. Ну, у нас есть и круглые, там, и лещ, там, да, лещ, это же все тоже, так мы что все в курсе. За пять раз, в которые мы здесь побывали, мы в курсе практически всего. Видишь, что осталось подучить татарский язык. Да, меня научили в будущее время все лар, то есть мартышка лар, клоун лар. Нет, это не будущее, а множественное число. Множественное число, понял? Мы клоун лар. Клоун лар, мартышка лар. Вас и Стас лар. Вас и Стас лар, да. Так что мы уже знаем все. Много, да. Ну, что-то вы особенное приготовили для наших зрителей сегодня? Конечно, конечно. Во-первых, вся программа была собрана именно для открытия. То есть нет такого, что она где-то там была и таким же составом приехала. Все были специально подготовлены. К нам приехали замечательные звездные канатоходцы, это лауреаты премии СССР. Поэтому они подготовили мне какие-то... Как Брежнев. СССР, да. То есть они подготовили какие-то отдельные трюки. Мы готовились с Васей именно сюда. И мы какие-то вот отдельные у нас есть гэги, проходочки именно для... Казани, мы там песенку какую-то подготовили, мы это все. У нас каждый, у нас
замечательный медвежонок Юлечка, она вот именно делает первые шаги. Именно вот в Казанском цирке она вот выходит уже как актриса, такая уже настоящая. То есть у нас специально... Нет, мы к фиесте... У вас очень насыщенная программа получается, но, знаете, я как человек, которому не терпится увидеть, для нашей программы приготовили. А, да, это сюрпризик будет небольшой. К сожалению, мы не можем все сюда привезти, потому что у нас есть... Юлечки не будет. Марк Тешкалар отказались. Там есть огромный у нас медведь Яша. Яша. Он просто гигант. Он полтонны. Что, это 500 килограмм? Медведя зовут как хорошего друга. Яша. Да, да. Ну, вот туда его завести, по-моему, тут, да. Не надо. Он такой тяжеловес, да. Но мы небольшой кусочек от нашего, так как мы еще являемся жонглерами, с Станиславом Евгеньевичем. Вот. И мы сейчас вам немножко покажем, чуть попозже. Здравствуйте. Мы продолжаем. И прямо сейчас обещанный сюрприз от наших гостей. Вас и Стас для вас. Выдайте мне реквизит. Так, смертельный трюк, внимание. Внимание. Не двигаемся, улыбаемся. Улыбаемся, не двигаемся. Что будет? Эх, и вы такая с Нофиеста шоу. И сами сис. Ведь пошмак. Мочи. Спасибо вам огромное, это было круто. Ну что ж, аншлаг вам, я не знаю, я в восторге. Спасибо вам большое. Кто не придет, тот сосиска. Да, приходите к нам, мы вас ждем.